Всем привет, мы находимся в эксперт-баре. Сегодня мы будем дегустировать новинку из Румынии. Это табак сорта Virginia Gold и ароматизатор для табака от компании Degusta. В линейке ароматизаторов 16 вкусов. Вкусы классические, соответственно, довольно интересные. Будем пробовать, посмотрим. Что касается табака, он совершенно не понравился, не зашел. Мне кажется, используется некачественное сырье, некачественные ароматизаторы. Пропитка, после него разболелась голова. Что касается вкусов, они не ярко выражены совершенно. И табак вообще не вызвал никаких положительных эмоций. Даже несмотря на то, что он может стоить дешево на рынке, покупать его или курить я бы не советовал. Здравствуйте! Сегодня мы пробовали Degusta. Вот в таких баночках нам его прислали. Насколько нам рассказали, это отдельно продается смесь сироп, отдельно табак. Мнение лично мое, что не очень хороший табак из Румынии, насколько я помню. Можно было сделать повкуснее, подымнее. Короче, мне совсем не понравилась линейка, ни один из вкусов не привлек моего внимания. Не совсем согласен, если звучали такие отзывы, если они звучали, что это полное говно. Это не совсем полное говно. Это скорее он в говно накуривает, это правда. То есть он очень крепкий. Вот. И если вы хотите вдруг убраться так быстро то и эффективно, то это ваш выбор. Вот. Здесь попробовал парочку вкусов, которые нормально совпадают с тем, что там нарисовано. То есть это апельсин, это дыня. Они действительно такие ничего. Потом вот этот вот вкус... Мята, да, ну, мята действительно свеженькая такая, вполне ничего. Вот. Но это табак из эпохи чистой нахлы и чистого альфача, то есть его нужно серьезно замиксовывать, сам по себе он как-то не очень интересен. Вот. В общем и целом могу сказать, что, наверное, любители кальянов должны его попробовать, так или иначе. Вот. Ну, а дальше я не знаю, сколько эта штука взлетит. Всем привет! Меня зовут Дядюшка Рокман, основатель движения «Курение на овощах». Мы сегодня пробовали табачную продукцию Degusta, точнее ароматизатор. По моему мнению, крепковатая штука, можно смешать с любыми табачными продукциями. Вот. По мнению экспертов и всех остальных лиц, которые здесь сегодня его пробовали, когда продукт придет на рынок, сильно... Не мучайте свой организм, потому что по вкусам средненько. Есть некоторые вкусы, которые отличились, как дыня, апельсин и мята. Приводят средние ощущения в мозговой части и в части легких, поэтому, по моему мнению, продукт еще не особо готов, но желаемый эффект мы узнаем где-то примерно на выставке, когда появится... он в потреблении. За свою цену он стоит достаточно дешево. Будем ждать, когда эффект выйдет на рынок. Вам желаем хорошего вечера, приятных покуров и заходите в эксперт-бар, потому что Дядюшка Рокман всегда здесь. Дегустация прошла довольно успешно. Попробовали интересный табак. Попробовали 6 вкусов из 16. Табак крепкий, вкусы в принципе классические, но довольно интересные. Не уверен, что очень хорошо зайдет на нашем рынке. Ребята должны притянуться в Петербург к будущей выставке Hugo Club Show. Табак очень быстро накуривает, довольно трепетно относится к жару. Гости оценили, больше 10 тяжек мало кто смог осилить. Возможно, вопрос в том, что их табак Virginia Gold был очень сильно измельчен и не совсем правильно пропитан ароматизатором.